переговорам. Да, коалиции пока нет. Лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что СДПГ готова к предварительным переговорам с альянсом канцлера Ангелы Меркель ХДС ХСС о формировании правительства. Ожидается, что они начнутся в первых числах нового года. Предварительные переговоры – это обсуждение основных тем и того, что мы можем сделать в этой ситуации для страны как социал-демократическая партия. Жить по-старому невозможно. Нельзя оживить нынешнюю большую коалицию. Во многих областях, которые важны для граждан, Федеративная Республика Германии не является современным государством. Ангела Меркель уже заявила, что приветствует решение СДПГ и относится к сделанному выбору с большим уважением. Вопрос о сотрудничестве альянса Меркель и СДПГ возник после провала переговоров о создании коалиции «Ямайка» с либералами и зелеными. Если коалиционное правительство не будет создано, Германии грозят новые выборы.